О, здрасте вам! Ничего себе, Здравствуйте. какая встреча! Вау. Приветствую. Вы рыбак, скажите? Ну, любитель вообще-то. О, а как вы к щукам относитесь? Положительно. Отлично. Вот это Емеля. Да. Он щуку ловит. Большую я словил. Говорящую. Отлично. Да, ну, интересно. Да. А дальше А что? дальше что? А где печка? Печка Печка! твоя Вот как где? раз я хотел и заговорить за печку. У вас как есть печка? У меня печка шестицилиндровая. На газу и бензином подливать можно. А у него? Блин, ну это неинтересно. Мне больше на Да. дровах нравится. О, на дровах А это. у него на дровах, Да, спроси. это кочегарит нормально. Кочегарит? Печка так чух-чух-чух-чух-чух-чух, как распыхнет. Так слышишь, а про личную жизнь спроси. Ну или сам Какую расскажи. личную? Взрослый Не, дядя. ну ты про себя. Какой себя? У меня щука есть, меня устраивает. Ладно. Ну то, К музыке хорошо ну как, относитесь? печка с какой скоростью С двигается? какой скоростью? 40-30 Так километров. шестицилиндровая, да? Так она большая. А сколько у нее скоростей? О, сколько У скоростей? скоростей? Да. А там надо подкидывать что-то, подливать надо, чтобы быстрее ехало. На водке, на спирту, да. Надо Да, подливать. да. Но мы вам Ты сейчас. девчонок катаешь на ней? О, вот О. он, видишь, вот он подыгрывает нормально, а ты вот бестолковый. Ну, человек знает, что с А знаете, печками я с делать надо. гармошкой их катаю на печи. О, Вот. молодец. Ты их Да. побольше сажай, побольше и Да. побыстрее катай. У меня подруга. Девчонки любят, когда их быстро катают, да. Так у меня И скорости очередь. переключай. Так у меня С очередь уже повышенной стоит. на пониженной, потом опять с пониженной на повышенной, чтобы контраст был, им это нравится. Да. У меня Да, много девочек двигаться на печи. по-разному У надо. меня много девочек вмещается на печь. Я их так рассаживаю по краям и посерединке чуть-чуть. И гармошку играю им, чтобы веселее ехать было. Короче. Ну, а песни им какие Да, а мы поешь? сейчас вам споем, хотите? Вот Ну, сейчас давай. давайте вам споем. А лучше частушки. Им частушки, наверное, больше нравятся. Ну, частушки, да, Человек ну, сделал мне сейчас что вечер. там? Когда дождик моросил, а я девушку крутил. Когда дождик перестал, она дала, а я не стал. Во, вот такие надо. Да, и такое было. Класс! Мы вам сейчас красиво споем. Давай, Про поехали. Емелю. Что не встретишь сейчас от рулетки, да? Емеля. Емеля. Ты со мной немного знаком, но я опять дрожу, как перед прыжком с парашютом. Песенка. Ну, я молодцы. Вот одна только у вас молодец, солист. А где музыкант? Гармошки я не слышал. Она расстроена, там ми мажор не работает. Вот. И Надо свалил, и все-таки свалил. гармошку подключать. Подключать надо Поиграем, гармошку. поиграем на гармошке. Вот. Поиграем. Покажи, как ты можешь. Красиво, красиво. И... Я. Это классика была. А печка-то у тебя хоть Да. теплая? Баяниста на мыло. Это римский Корсаков, да, был? Да. Вот и А какой у что вас это красивый где-то? вид из Красивый окна. вид у вас, У да. вас высотка? Высокой этаж у вас. Элитно. Это...
Витрин нас показывает. Прям вот кран. Реально, смотри, нас показывает. Да, нас показывает. Прям в окне. Бомба, так высоко. Это у вас какой-то 25 этаж. А вы откуда будете? 70 метров. Прилично. А это какой город у вас? Да. Большой такой. Ну какой? Севастополь. Не узнали, что ли? Не, не узнали. Не узнали. Ну класс, красота. Сверкните. О, это элитный этаж у вас. Да. Да. Тут на новостройки строим, дома высотные. Так вы в кране сейчас находитесь? Да, я сейчас у меня ночная смена. А я думал, он на диване сидит. Машинист башенного крана. Вау. Да. Вот это у вас работа непростая. А скажите, а вы на обед ходите или нет? Не, я с собой беру. С собой? Ну, на целые сутки я залазю. Ага. И с собой беру. Ну, на целые сутки у нас ночью работы мало. Сейчас вот машина подъедет, разгружу, да еще домой поеду. А у вас там, как же в туалет, если захотеть? Вот знаете, вот когда я вот говорю, что я машинистом башенного крана, вот каждый человек меня спрашивает, как вы сюда ходите в туалет. Это такой индивидуальный, интимный, я на такие не отвечаю. Да, правильно. Я особенно всяким емелям точно не надо такое знать. Всяким емелям. А скажите, а вы можете вот так вот еще разочек медленно прокрутиться на кране? Не, на кране, не камера, а на кране прокрутить. Да ладно. Если я сейчас начну крутиться, у меня стропочки увидят, скажут, что кран заработал, давай пойдем работать. А я сказал, ребят, я чайку хочу попить. А то скажет, уже перекус был. Скажет, уже пообедал уже. А вы из какого города? Киев. А, супер. Да. Не, ну. Молодцы, ребята, молодцы. А мы монтажники, высотники. И с высоты вам шлем привет. А, ну что-то там такого было. Да, это же профессиональная работа у вас. Очень. Да, профессиональная. Низкий вам поклон. Ну ладненько, все доброго. Заходите. Спасибо вам большое. Пообщаться. Да, хорошего вечера. Солистке огромный привет, низкий поклон и вообще. Очень хорошо все получается. Только вам нужно свою песню придумать и свою музыку. И у вас будет все хорошо, все получится. Ага. Спасибо, хорошо, буду делать. Хорошо вам вечера. Спасибо.